Сейчас примерно 8.30, у нас 7.30, вернее, у нас вечер, 21 августа. Сакраменто, вот такое интересное явление. Вот сейчас уже немножко рассеялось, было более багрово. Все, но все равно остался багровый цвет такой. Здесь вот уже он такой серо-голубой. Это получается, видимо, солнце все-таки садится так интересно. Вообще его не было видно, солнце. Видно, были плотные облака, и был такой багровый. Багровые облака такие, темно-темно-вишневые, не темно-вишневые, темно-темно-красные, первый раз такое вижу. Потом появился вот этот солнечный диск, но он был, сейчас вот он яркий, на него смотреть нельзя. А до этого был такой матовый, можно было вполне незащищенным взглядом смотреть. А сейчас уже яркий стал. Такой интересный, вот, первый раз я за всю жизнь вижу так, такое небо, такого цвета. Вот такая красота.